друзья, День молодежи начался. Но что делать, если возраст уже не тот? Ну, во-первых, как бы это банально не звучало, главное то, как вы чувствуете себя внутри. А во-вторых, все в этом мире условно, поэтому нужно обязательно прийти и отпраздновать вместе с молодежью, пообщаться с молодежью. Молодежь – это наше будущее. Им нужна взрослая поддержка, даже на праздниках и тусовках. Вот мы и пришли. Эпицентром праздничных активностей стала городская площадь. Хотя и площадка Виадук, и территория напротив тоже в этот день стали местом притяжения новоуренгойцев и гостей города. Что ж, пробежимся по самым ярким локациям. КХЛ – это континентальная хоккейная лига. А она показана прямо здесь. Друзья, вы сможете сегодня узнать о фактах КХЛ. Вы сможете поддержать... Настоящую клюшку! Да, и забить, конечно же, шайбу. Ну, отдыхать, веселиться будешь? Да. А в хоккей сыграешь? Нет. Почему? Я не люблю. Да, тут ведь, как и в любом деле, должно быть призвание. Но я все же решила попробовать. Прекрасный праздник под единым слоганом «Объединяя Россию». А вот как вы считаете, День молодежи – это все-таки праздник для молодых или для всех? Вы знаете, это праздник, мне кажется, для всех. Мы все душой молоды. И я буквально позавчера услышал замечательную фразу, что нам всем по 20, все остальное – стаж. 100%. Вот так и будем относиться к нашему возрасту. Да, я согласен. Друзья, тут даже уличное караоке. Ну разве можем мы проигнорировать этот факт? Поем мы так себе. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села «Автоквест» собрал любителей необычных машин на площади возле торгового центра «Пассаж». Здесь представили 7 номинаций: автосалоны, ретро, «Жигули классика», эстетика, оффроуд и боевая Япония. На «Автофесте» можно проголосовать за любой понравившийся автомобиль. Для этого нужно просто наклеить стикеры на лобовое стекло. Мне понравился вот этот белый самурай Toyota Mark 2, поэтому голосую за него. Ой, кажется, я неправильно использую микрофон. Ильшат, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему вы сегодня решили свою машину показать всему городу? Просто потому что считаю, что это красивый автомобиль для своего времени. Красивый и надежный. Надежный, очень надежный. Данный мотор называется 1JZ GTE. Легендарный мотор среди японских автомобилей, особенно среди Toyota. Как вам тусовка? Здорово танцуют. Здорово? Да. А как вы считаете, вот такие танцы, они поддаются только молодежи или любой человек может потанцевать? Если старое тело не боится таких нагрузок, пожалуйста. Большая горка там была, и мне понравилось на ней. Здорово. А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот лучше быть маленьким или лучше быть взрослым? Маленьким. Маленьким, конечно, веселее, да? Угу. Да, Дима? Мы себя как вообще? Мама. Все, он сказал самое главное. Да мы всегда молодые. Мы не растем. Нам до сих пор 15. Взрослых не существует. Нет.
И пока одни развлекались и посещали множество активностей, другие учились. Серия полезных мастер-классов от столичных экспертов прошла прямо в шатрах на городской площади. Обсудили креативность в жизни медиа и контент, который запомнит зритель. А ближе к вечеру на сцену вышли настоящие звезды. Сначала местного масштаба наши городские артисты исполнили всеми любимые песни и каверы на самые популярные хиты. Ну а позже на эту же сцену поднялся долгожданный хедлайнер NU, более известный как New. Но, как выяснилось, мы все просто неправильно его называли. Юрий Николаенко исполнил свои самые популярные композиции, в прямом смысле раскачал публику. Мы все вместе пели, танцевали и так радовались нашей звезде. Да, этот день молодежи мы запомним надолго. Юлия Шаркова, Алекс Прудиус, информационное агентство «Импульс Севера».